Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами снова поговорим про сериал «Гранд». Это спин-офф сериала «Отель Элеон». И в этом видео я вам расскажу про главную героиню, какая она. Также поговорим про главную пару сериала. И на десерт я вам оставила кое-что интересное и важное. Поэтому смотрите это видео до конца и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще видео про сериал «Гранд». Главную героиню сериала зовут Ксюша, ее играет актриса Мила Сивацкая, и вот что о ней пишут в интернете. По сюжету амбициозная и склонная к авантюрам студентка 5 курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Навязчивое внимание ректора ставит под угрозу не только планы Ксюши, но и ее дальнейшее обучение в вузе. Девушка находит смелый и довольно скандальный выход из ситуации, после которого ей приходится спасаться бегством из Барнаула. Ксюша отправляется в Москву в надежде устроиться портье в отель, где работает ее родственник. Но в столичном отеле девушку встречает неразбериха. В связи с приходом нового хозяина меняется все. Ксения представляется дипломированным специалистом и пытается устроиться в отель на высокую должность. Но обман разоблачают быстро, и ей остается только один выход получить работу – стать прачкой, начав карьеру с самой нижней ступени отельной социальной лестницы. Как мы понимаем, то сериал начнется именно с родного города Ксюши, и потом она доберется в Москву к своему родственнику, и очень многие интересовались, кто же ее родственник. Некоторые думают, что это Леша, портье, с которым в конце третьего сезона сериала «Отель Элеон» встречалась Юля. Но я так не считаю, почему, расскажу чуть позже. Лично я думаю, что это Даша, ее родственница. Не знаю, почему я так решила, почему эта мысль посетила мою голову. Ну а вы, в свою очередь, пишите свои догадки в комментариях. Почему же Леша не может быть родственником Ксюши? Уже весь интернет знает то, что Ксюша и Леша будут якобы встречаться, уже очень много фотографий есть, даже в анонсах, в трейлерах, уже как бы все известно, но многие актеры намекают нам на то, что будет любовный треугольник – Леша, Ксюша и кто-то третий. И люди делятся на два типа. Некоторые считают, что третьим человеком это будет Паша или Юля. Лично я придерживаюсь такого мнения, что это будет Юля, так как в конце третьего сезона сериала «Отель Элеон» Юля и Леша встречаются. Ну а вы, в свою очередь, проголосуйте в вопросе, как вы думаете, кто будет третьим человеком в этом любовном треугольнике, Юля или Паша. И теперь тот самый десертик, про который я вам говорила в начале видео. В некоторых сайтах появилась информация, что на сайте star.ru будут серии выходить раньше, чем по ТВ. И эти серии, возможно, выйдут в конце августа. Да, все так близко. Конечно же, это еще не точно подтверждено, но мы будем верить в лучшее и надеюсь, что совсем скоро мы увидим эти серии в интернете, и где-то уже в сентябре они появятся на телеканале Супер. Ну что ж, на сегодня это все, но впереди вас ждут еще очень много видео про сериал «Гранд», поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А также подписывайтесь на мой инстаграм, ведь именно там я буду говорить, когда выходит видео про сериал «Гранд», и также пишу очень много полезных постов на тему инстаграма, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании. Ну а я с вами прощаюсь! До встречи в новых видео. Пока.